Рафаиловиче. Участок 530 квадратных метров и урбанистический 450. Вот он. Это первая линия, перед ним только один дом. Формула П плюс 4, 5 этажей. Вида на море не будет, потому что дом, который впереди, закроет. Но зато близко к морю. Вот границы участка. Красная метка на заборе каменном. Где деревья растут? Да, все здесь. Четко видно. Участок. Вот будет проход до моря, да? Отсюда? Да, да. Ну и, наверное, туда и вот здесь будет. Пошла дорога такая. А, здесь дорога еще должен быть, заезд. От этого дома, соответственно, ага. 5 или сколько метров. Ясно. Дорога. То есть тут, я понял. Значит, это дорога, которая будет... Вон там красный столб стоит, видишь? Красный столб вижу, это граница. Да. Красный столб – это граница. Соответственно, под гараж выход можно делать под сейф.